В этом ролике мы рассмотрим меню «Статус бот». Если вы зашли в «Статус бот» и не видите главного меню, нажмите на печеньку. В разделе «Статус» есть три раздела – «Старт», «Бизнес», «Инвест». В разделе «Старт» вы сможете активировать статусы от S1 до S10. В разделе «Бизнес» можно активировать статус от S11 до S20. Разделы «Старт» и «Бизнес» созданы для того, чтобы максимально быстро популяризировать проект «Статус 7.0» и зарабатывать на это. В разделе «Реклама» вы сможете размещать объявления и продвигать любой свой бизнес. В разделе «Продвижение» находятся рекламные материалы, в которые встроена ваша реферальная ссылка. Нажмите кнопку «Переслать», чтобы поделиться информацией с вашими друзьями. В разделе «Кошелек» вы видите все финансовые показатели вашего бизнеса на платформе «Статус 7.0». Видите ваш ID на платформе, видите контакт вашего пригласителя и можете с ним связаться, если у вас есть какие-то вопросы. Видите свой статус, ваш баланс и сколько всего заработано. Ниже находятся кнопки для пополнения, вывода и внутреннего перевода денежных средств. В разделе «Целевые доли» вы можете приобрести доли в партнерских бизнесах проекта «Статус 7.0». В разделе «Мои данные» видно ваш ID, FIO, которые отображаются на платформе, ваш никнейм в Telegram, телефон и email. В разделе «Мои данные» можно привязать свой кошелек в платежной системе Payeer. Для этого нажмите «Изменить кошелек». Если у вас нет кошелька Payeer, нажмите кнопку «Создать кошелек» и действуйте по инструкции системы. Если у вас есть кошелек, скопируйте адрес, вставьте его в поле сообщения и нажмите кнопку «Отправить». Ваш кошелек успешно привязан.